Какая-то птичка такая интересная. Не знаю, что за птица. Сегодня так, 4 апреля. Закрытие сезона у меня лыжного. Снимаю фотоловушки. Такая вот тусица. Я шел туда. Думал, сняли. Вообще ее не видно было на дереве. Думал, ладно, сняли. Следов-то нету. Эти вот мои, для которых я в прошлый раз тут натопал. И больше нет следов. Животных тоже нет. Мне кажется, ничего в этот раз не попалось. С другой стороны, они, может быть, тут бегали. Даже так, как вчера снег шел, потому что они бегали еще, допустим, позавчера. Ладно, сейчас проверю фотоловушку, посмотрим. Так интересно, хотел снять и домой идти. В смысле, за следующий, смотрите, уже дома. Не терпится. Проверил фотоловушку, ничего интересного. Какая-то птичка и лисица. Я завел маленький кранчик, поэтому не разобрал там. Может, там реально что-то такое происходило. Смотрю, там лиса бегает. И птицы. Так они не меняются. Следующей фотоловушке поеду. Она, как я уже говорю, 2 километров отсюда. И там только 3 раза проверял. Ничего ни разу не было. Посмотрим, что будет. Таки летом ставить фотоловушки интересней. Полярная ночь, полярный день. И если даже ночью кто-нибудь пройдет, то хорошо видно. Погода вообще замечательная. Я входил, было минус 3. Вообще где-то, может, 0, плюс 1. Такая погодка замечательная. Даже не хочется завершать, закрывать лыжный сезон. Потому что на той неделе погода не будет опускаться, допустим, подниматься выше плюс 2. Ничего не растает. Можно будет, в принципе, вполне кататься. Вот вторая фотоловушка. Вот она бросается в глаза. Она вырастает вообще далеко от лыжни. Надо все время вверх идти. Какая трасса, проваливаешься. Так, вот тут следы. Тут кто-то бегал. Сейчас я буду ее проверять. Кто-то попался. Кстати, она, мне кажется, качественно снимает. Хотя не широкоформатно. И можно и настраивать. Я брал, чтобы она не делала фотографии. Что только снимала. Странно, конечно, но на фотоловушке пусто. Никто не попался, ну ладно. Может, она менее чувствительная? Или как-то располагалась высоко? Но следы были. Как раз это... Кстати, тут недалеко от моей лыжни, вот лыжня идет. Она в сторону Слякова. И фотоловушку оставлю так, что она как бы ближе кажется к Росляковской лыжне. Может, поэтому там никто и не попадается. Все бегают, шумят. Так, это группа лыжников прошла. Я звела отдыха с группой ВКонтактовской. Они собирались сегодня, они пошли. Мы с ними немножко разминулись. Но я их видел. Там человек 5 идет вперед. До Рослякова. Километр 15. Thank you.